Microsoft запустит отзеркаливание смартфонов Android на Windows 10 уже на этой неделе. Компания Microsoft представила приложение Your Phone, ваш телефон, в прошлом году. Он дает доступ к фото и текстовым сообщениям на смартфоне с компьютера с операционной системой Windows 10. Осенью была анонсирована новая функция – зеркальное отображение экрана смартфона на ПК с полным доступом к файлам, возможностью запускать приложения и так далее. Как стало известно теперь, новшество станет доступно совсем скоро, до конца недели. Поначалу режим будет тестовым и доступным для ограниченного числа моделей смартфонов. Microsoft уже объявила поддерживаемые смартфоны на данный момент – Samsung Galaxy S8, S8 Plus и Galaxy S9 S0 Plus. Теоретически, обновленное приложение Your Phone сможет работать с ПК со сборкой Windows 10 под номером 1803 или новее любыми смартфонами с установленной OS Android версией 7.0 и новее. Также ПК должен поддерживать Bluetooth с режимом Low Energy PFL.